قبل صلاة الظهر السنة الراتبة يصلي ركعتين أو أربع ركعات؟ Перед зухр намазом у нас есть такая привязанная сунна, это молиться 4 или же 2 раката. لكن إذا أراد يصلي أربع ركعات يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم ما يجعلها كالظهر. Тот, кто молится 4 раката сунна ратиба, то есть нужно ее разделить по 2 раката. Нельзя читать 4 подряд как зухр. لأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم. Потому что حديث пришел, что дневная и ночная добровольные молитвы читается по два раката, то есть два раката прочитал дал салям, два раката прочитал дал салям. المسلم ما يعرض العبادة للبطلان. То есть мусульманин не должен ставить себя в такое положение, когда его можно подумать, что его поклонение недействительное. يعني الآن لو صلى ركعتين وسلم ركعتين وسلم على قول كل العلماء الصلاة صحيحة. Когда ты молишься добровольную молитву по два раката, то есть два раката прочитал салям, дал два раката прочитал салям, по мнению всех ученых такая молитва действительно соответствует сунне. لكن لو صلى أربع ركعات مثل الظهر السنة الراتبة على قول بعض العلماء هذا ما يصح بل مخالف للسنة. А некоторые ученые сказали, что тот, кто молится, как, например, 4 раката перед зухр намазом, перед обеденным намазом, молится подряд 4 раката с одним салям, по мнению некоторых ученых, это неправильная молитва и противоречит сунне. مثل الآن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. الأحوط اقرأ يا أخي لأن لو تقرأ على قول كل العلماء صلاتك صحيحة ولو لم تقرأ على قول بعض العلماء صلاتك باطلة. لماذا تعرض الصلاة للبطلان؟ أحوط هذا. То есть также говорит, как чтение суры Фатихи в тех намазах, где имам читает вслух. То есть ну, читай, говорит, брат, Фатиху, тоже повторяй за имама. Потому что, говорит, по мнению некоторых ученых, что те, кто не читают Фатиху за имам, который читает вслух, его намаз недействительный. Поэтому зачем ставить себя в такое положение, когда ты будешь сомневаться, действительно твое поклонение или нет? А безопасить свое поклонение безопаснее будет, если ты будешь читать фатиху в каждом намазе, вслух читает имам или нет.